Павлодаре есть торговые точки, которые ежедневно в своей работе пользуются бытовым газом. При неправильном использовании он может представлять опасность для покупателей. За два предыдущих года количество пожаров по этой причине выросло в два раза. Чтобы не допустить подобные ЧП, сотрудники УЧС провели очередной рейд. Да-да-да, мы вот профилактические мероприятия проводим, разъясняем правила пожарной безопасности. А вам баллоны вообще кто меняет? Это газовая служба. Газовая служба. Конечно. Да. Самостоятельно не устанавливаете? Нет, конечно. Вы что, сами. Мы бессмертные, что ли? А это... в случае, когда заканчивается, они приезжают, если пропускают, если запах чувствуете. Сразу звоним и ну, у нас тут запах всегда есть, мы же курочек жарим. Киоски, где готовят курятину, можно встретить на каждой улице города. Ежедневно на жарком огне готовится 20-30 кур, а в праздничные дни около 50. Владельцы бизнеса настаивают на том, что у них приняты все меры предосторожности. Замена газовых баллонов происходит под контролем специалистов два раза в день. А нами проводятся профилактические рейдовые мероприятия. Это среди субъектов предпринимательства. На сегодняшний день мы провели работу с лицами, которые используют газ для приготовления грилей, провели разъяснительную работу, напомнили о мерах безопасности, провели инструктаж, вручили специальные памятки. По статистике, в прошлом году в Павлодаре было зарегистрировано 140 пожаров. Из них 27 случаев были в торговых точках. В 2021 году этот показатель был в два раза ниже. Чтобы не допустить продолжения роста таких случаев, и проводится такая акция. Ермек Сапаров, Мульдар Сагидулла, Айбек Газиз, Ертыс Ахпарат.